Это мелодия из заставки. Мир это представляет. Молоток и Лаша. В ролях Эд, Том и Мэтт. Композитор Харри Партридж, Сэм Холтон и Крис Бинхэм. Что ж, как спалось? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Это значит да? Эй, парни, смотрите, что я нашел! Не могу поверить, что кто-то оставил это! Что это? Думаю, это антиквариат! По мне, вешалка для галстуков. Выглядит чудесно! Выглядит как мусор! Не могу дождаться... Ну, что бы это ни было, отнеси к себе в комнату с остальным хламом. Глупый ты, Том. Вам не нравится то, что я нахожу. Лучше быть правителем мира. О, нет! Гамма! Да, походу, нам нужно больше места. Ну, самое логичное, я предлагаю сделать второй этаж. Конечно, нам нужно еще позвать строителей, тогда... Вы сами в курсе, что мы не... Стой, Том! Что ты делаешь с молотком? Итак, я сделал кое-какие чертежи. У нас есть все, что нужно, кроме гвоздей. Мэтт, сбегай в магаз за гвоздями. Мэтт? Мэтт! Хорошо, хорошо, я уже пошел. Так, так, так. Эдуардо! И что вы теперь задумали, неудачники? Ну, если ты хочешь знать, то мы строим второй этаж для нашего дома. Пф, на прошлой неделе мы сделали пристройку. Так ведь, Марк? Сколько ты заняла? Пара часов? А вы это дело вот-вот забросите. Мы это затеяли, потому что... Да, я бы с радостью посмотрел бы на вас, но... У нас много дел получше. Правда? Ах да! Совсем получше! Ну ты тупой баран, конечно. Я тебя всегда ненавидел. Эй, Эд, что наши соседи хотели? Они опять распустили шутки. Было хорошо, пока они сюда не приехали. Флэшбэк! Да, у меня доставка для мистера Эдуардо. Несколько кулеров диетической колы. Получи, распишись, приятель. Диетической? Погодите, это какая-то ошибка. Я заказывал... Обычная кола? И с тех пор все ужасно. Стой, Том, положи дрель! Мне надо брать то, что я совершенно забыл. Мэтт, вот держи деньги и купи все что угодно, кроме гвоздей. И еще, Мэтт, ты офигенный. Пора для Мэтта. Ура! Ах да, еще не забудь купить. Ох, ну наконец-то, Мэтт. А ты купил? Мэтт? Где гвозди? Ах да, там не было гвоздей. Ну, что-то в этом роде. Ладно, воспользуемся этим хламом. Что у нас дальше по графику? Дальше у нас строительный монтаж. Я врублю музыку. Походу, все готово. Да. Ну, хоть я и не конструктивный критик, но это самая офигенная вещь, которую мы делали за все это время!
Ну, на этом есть улучшение. Отмена крыши, скажу вам. Правда? Нет! С меня хватит! Алло, Инструф? Да, 27 Дордам Лейн. 5 секунд? Да, это прекрасно. Хорошо, что мы сделали лестницу, иначе бы мы это придавило. А. Что ж, все рады, то, что Мэтт и его хлам переезжают сюда? Да, я... По мне звучит как да. Определенно да. Ну, по крайней мере, я этим доволен. Что это? Это ты? Только не лицо! Кто-нибудь, помогите мне! Я думаю, что шума не будет, когда съеду от родителей.